Наталья Юрьевна, о чем можно говорить после двухдневного участия делегации из Донецкой Народной Республики на Петербургском форуме? Это действительно значимое событие. Прежде всего, это значимое событие, уникальнейшее событие в мире экономики для Российской Федерации, но особо важное событие это для Донецкой Народной Республики, потому что мы впервые участвуем в таком крупном международном экономическом форуме, по сути, который можно приравнять к Давосу. Мы надеемся, что в следующем году Донецкая Народная Республика будет представлена и своим стендом, и будет представлять и свою продукцию на этом форуме, но уже в этом году сам факт нашего участия здесь очень важен, очень значим и будет иметь свое логическое продолжение. Очень много интересных секций. Каждый нашел секцию по своим интересам. Мне, в частности, удалось поучаствовать в секциях, которые направлены прежде всего на отношения Российской Федерации и стран Европейского Союза. И, собственно, было очень интересно услышать мнения и позиции дипломатов европейских и дипломатов представителей Российской Федерации.